Итак, мы путешествуем на нашем новом Kia Ceed SV с функцией круиз-контроля. Вот можно здесь, начиная уже с 30 километров, ставить скорость, на которой требуется передвигаться. Вот показывает, когда переключение скоростей требуется. Соответственно, скорость 4. Вам просто нужно опустить вниз. Взяли с механической коробкой передач, это спортивный режим. Считается, что коробки передач на механическом переключении, они более спортивные. Можно участвовать уже в гонках на этом автомобиле. Он разгоняется достаточно быстро, динамично и держит скорость. Так как этот автомобиль стоит сейчас 2,5 миллиона рублей, всем рекомендую приобрести последние новинки от Kia Ceed SV.